Друзья, всем привет! Алена Васильева, Минавит онлайн. Сегодня Виталий Кличко, мэр Киева, сказал о том, что Киев и Минск больше не города побратимы. И тут раздался их ответ Чемберлену. Глядим. Сегодняшнее решение мэра Киева о том, что аннулируется договор между Минском и Киевом относительно того, что эти города побратимы, конечно, они беспрецедентно циничны и безрассудны. Три славянских города – Москва, Киев, Минск – это как три братские сестры. Поэтому сегодняшнее решение, оно, конечно, удручает и не придает силы нашим славянским народам. Минск всегда был на стороне мира, всегда помогал нашим украинским братьям. И президент Александр Григорьевич Лукашенко всегда неоднократно повторял, говорил и действовал, и доказывал своими действиями то, что Беларусь нацелена только на мирное решение конфликта на Украине. А что это было вообще? Вот что это было? Вот представляете, как это видеть отсюда, из Украины? Может быть, они спят в шапочках из фольги, и у них другая параллельная реальность через космос. Может быть, их забанили в Гугле, и они читают газеты 80-го, 90-го годов выпуска. Но у меня другая версия. Они суки. Просто обычные суки. Все будет Украина. Всем пока.